два года назад Наталья Коблин была чемпионкой. Мазоева серебряную медаль завоевала. Действующая вице-чемпионка мира в этом виде программы Настя Эмили Симон тогда была третьей. Джема Спуфорд, Великобритания, 58-12, мировой рекорд по пятой дорожке Зуева. Совсем чуть-чуть она проиграла Наталье Коблин, буквально 0,03 секунды накануне. Лучшее время, кстати, у Айты Рагавы в нынешнем сезоне. У Зуевой второй результат. Очень сильно по четвертой дорожке Коблин начала, и Симон здорово стартовала. Пятая дорожка Анастасии Зуевой, вот сейчас она выравнивает немножко положение. Пока Коглин чуть впереди, Зуева за ней. Сейчас надо попасть в бортик, четко оттолкнуться и 0,03 секунды. Наталья Коглин идет на первом месте. Зуева за ней. И вот сейчас по пятой дорожке пытается приблизиться Анастасия Зуева, но там еще несколько человек. Обратите внимание, несколько человек наплывают. Коглин по первой. На первом месте идет, и Настя начинает доставать. Ну! Настя достает, и Настя! Вторая китаянка, вы посмотрите, ну что ж такое, а? Достала американку Зуева, но здесь, как чертик из табакерки, вытаскивает Китай на первое место, 59.05, Чинчао. Одну сотую секунды Зуева проиграла китаянке, невероятно обидно. Ох ты, одну сотую секунды, но вы знаете, уважаемые друзья, это первая медаль, и я хочу сказать, что мы рады, конечно, но все прекрасно понимаем, что Настя могла выиграть чемпионат, безусловно, она к этому шла, я вас поздравляю с серебром, одна сотая секунды, всего лишь. Как обидно. Ну вот, посмотрите, этот финиш мы уже выигрываем здесь у Коглин, но китаянка все-таки первая. Черт побери, а! Невероятно жаль. Вот тот самый случай, когда можно расстраиваться этому поражению, этой несомненной победе. Второе место в таком заплыве. Коглин впереди почти на десятую. Дальше Симон, дальше Дорогава. Настя молодец, все равно молодец. Я представляю, как она сейчас расстроена, она собиралась выиграть. Но не получилось. Китай взял свое здесь, победив весь остальной мир. И тем не менее, я поздравляю всех вас, уважаемые друзья, я поздравляю Наталью Козлову, я поздравляю Пензу. За этот город выступает Анастасия Зуева, я поздравляю Воскресенский, Владимира Зайцева. В Московской области делала первые шаги наша спортсменка, невероятно талантливая, невероятно. И вы прекрасно понимаете, уважаемые друзья, что вот это поражение еще долго будут обсасывать мировые средства массовой информации, конечно. Но согласитесь, что чемпионских амбиций у Зуевой хоть отбавляй, и наша спортсменка в этом виде программы доказала то, что она может стабильно плавать на протяжении нескольких лет на высочайшем уровне. Две серебряных медали чемпионата мира прошлого, римского и нынешнего это подтверждают. Ну что ж, переведем дух, сделаем небольшую паузу рекламную. Настя все одно молодец. Настя молодец.